Еда-тест. Это программа «Еда-тест», и я Дмитрий Кузинеткин. В интернете существует огромное количество полезных советов, которые нам говорят, если вы будете нами пользоваться, ваша жизнь станет намного лучше. Они называются лайфхаки. Зачастую они касаются еды. А действительно ли они нужны нам в нашей жизни? Отныне, уважаемый зритель, не тратьте время на проверку этих лайфхаков, потому что это сделаю я. Здесь и сейчас. А вы уж принимайте решение, впускать их в свою жизнь, либо нет. Говорят, что яблоко можно легко и быстро почистить при помощи шуруповерта. Проверим. Итак, сегодня мы поговорим о яблоках, а точнее о том, как их чистить. Рассудит нас секундомер. Уважаемый оператор, можно вас попросить зайти в кадр? Весь тест будет снят непрерывно. Вы увидите его без склеек и монтажа. Для начала я почищу яблоко обычным способом. Давайте посмотрим, сколько у меня на это уйдет времени. Внимание! Начали! Существует два разных способа. Можно же почистить обычным ножом. Можно вот овощечисткой. Главное, она чистит, и процесс идет. Не могу сказать, что я очень люблю ручную работу, но вот это мне доставляет удовольствие. Так. 30 секунд. И внимание. Но, честно говоря, есть такой нюанс, что тут непонятно, как отрезать попки. Ну, сколько получилось. Кладем. Стоп. 49 секунд. Практически 50 секунд нам потребовалось для того, чтобы почистить яблоко обычным способом. А теперь давайте посмотрим, сколько времени у нас займет лайфхак. Еще раз. Шуруповерт, яблоко, включаем и поехали. Камера готова. Поехали. Ох-ох-ох-ох-ох. Насаживаем. Я прям чувствую себя каким-то комбайном. Сейчас, наверное, в другую сторону. Вот так, да. А, она точно должна чиститься? Нет, я видел в интернете. В интернете она чистилась. Ай, мама. Ай. Давай. Нет, сейчас. Хороший получается. У нас... Все, минус первое яблоко. Уже не крутится. Спасибо. Поехали, попробуем второе. Ага, это в другую сторону. Так, давайте я сделаю надрез хотя бы, чтобы начать. Вот так, аккуратно. Не получается. Итак, программа «Еда-тест» утверждает, этот лайфхак не работает. Конечно, вы можете увеличить шуруповерт, взять побольше сверло или огромный нож, но могу вам сказать, что старый, добрый, проверенный способ намного лучше.